На приготовление одной спички требуется 1000 кубических метра дерева. Одно неосторожное обращение со спичками может уничтожить целый лес. В 2017 году в Казахстане от лесного огня сгорело почти 1000 гектаров леса. Соблюдайте пожарную безопасность в лесу. Разводите огонь только в разрешенных местах. После использования огня обязательно потушите костер. Берегите природу.